Каждый год в Барселоне проводится Feria de Abril. Привет, привет. Шо ты? Как дела? Короче, Feria de Abril или ярмарка, или как это назвать, я не знаю. В общем, Feria. Для меня Feria. Короче, откуда корни растут? Feria de Abril, севильская ярмарка, проводится в столице Андалусии, Севилье, ну и по всей Испании в целом. Чем знаменита? В случае с Барселоной, она проводится каждый апрель, в конце апреля недельку, где представлены ярмарки, танцы, лунопарки и вот это вот все. Так, а ну Википедия, давай мне помоги рассказать зрителю, что такое Feria de Abril. Ежегодная ярмарка, проводимая в Севилье, обычно празднуется через 2 недели после Страстной недели или Пасхальной недели. Бла-бла-бла. Короче, вот смотри кадры. Ля-ля, закат. Мотоцикл. Это этот популярный дом, короче, который. Куча народу. Сегодня не было больше. Ля-ля. А Макдональдс. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Привет! Как дела? Туристики. Дом Батло, кстати. Вот этого. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вся Барселона съезжается погулять, потусить, покушать, потратить свои деньги. Школьники, туристы, да и просто местные жители. Мы с Викторовной. Ну а пока я вставляю красивые кадры, как днем было пасмурно, ветрено и не очень погода, и эти прелестные тюлени-серфингисты, расскажу немного про ферию. Блин, красивая ферия, особенно когда вечером ходишь, красивые огни, вот эти вот фестивали, вайб. Каталонцы, танцующие фламенко, тоже интересно видеть, уже который год подряд выхожу. Интересное событие и конкурсы веселые, но еще всегда можно выиграть пару игрушек. А вот фотографии моего 2017-го. Thank you.
recorriendo toda España, de feria en feria. Y en todas partes desde lo mismo. ¡Qué bueno, qué bien! ¡Chocolate! ¡Uy, cómo está el chocolate de calentito! Tenemos cambio si quieres. Para ganar premios de peluches XXL.
5. Ставлю я свои 5 копеек здесь своим закадровым голосом. Красиво, прикольно, но слишком я стар для этого. Не, ну для себя я максимум пойду на вот такие вот качели. Venga, a ver quién gana la carrera. En marcha los camellos. ¡Ole! ¡Ole! Vamos allá. Venga, el 8 primero. El 8, el 10, el 7, el 4, el 5, el 2 y el 1. En marcha los camellos. Corre, corre, que te pillo. 5, 5 remonta. Ataca, tiquitaca. La carrera del desierto y gana el 2. Número 2. El 5 segundo camello, el 12 tercero. Ну ты понял, да? Ставь лайк, подписывайся на канал. Вот это вот все. Па-па!